Здорово, пиздюк. Я что ли реально попал в игру? Да, ты тот самый один из миллиарда игроков, которому выпала честь стать частью нашей игры. Братан, подари Алок ПЖ, ты же ютубер, богатый! В 2018 году маленькие казахи начали просить Алоков у всех ютуберов. И тогда же в игре появилось дохренища читеров. Добро пожаловать на первый официальный мировой турнир по Free Fire! А в 2019 году был проведен первый масштабный турнир в Бразилии. Это тот самый турнир, в котором мои братики раскатывали ебальники! Тогда же разрабы впервые добавили хакерский магазин. Уай, сейчас купим скарчик по скидочке! Я только что купил набор трэп-сквада! Здорово, ботяр! Как он нас назвал? Я назвал вас грёбаными ботами, тупая ты шкура. Вот так всегда. Годы идут, а ничего не меняется. Рандомы в катках обзываются. Мамашу твою трахал. Боты ссаные. Ты токсик, что ли? Я не токсик, я профи. Как же я люблю разносить ебальники! О, с каких пор в катках дают магические кубы? Это что ли в честь годовщины? Зашибись, каточку в ранге скатали. Охренеть, я не могу поверить, что попал в игру. И в реале раскатал фулл-сквад в соло. Бермуды. Бермуды 2-0. Калахари. Охрененно. Ты чё несёшь, сопляк? Я говорю, что прямо сейчас готов ворваться на любую карту и занять топ-1. Этот пиздюк только что поверил в себя. Поверь в себя и ты. На 4-й годовщине Free Fire. Погнали. С днём рождения, Free Fire.